Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действие, а потом задумываются о последствиях. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Как бы испытывая таких людей на прочность, судьба часто посылает им трудности в первой половине жизни. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Эти люди умеют организовать других людей, наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Этим людям важно, чтобы окружающие признавали их авторитет, с уважением относились к ним. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Они способны с легкостью начать любое дело, но иногда падают духом, отходят в сторону и пускают все на самотек. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.